В Доме культуры поселка Афипского прошел третий сольный концерт танцевальной студии «Сет». Мероприятие приурочили к открытию нового сезона. За 6 лет существования «Сет» одержал немало побед в различных конкурсах. Еще одно значимое достижение – защита звания «Образцовый художественный коллектив». Часовое танцевальное шоу подарило массу положительных эмоций как зрителям, так и участникам.